сейчас находимся на Амурском утесе, и сейчас происходит, наверное, самое грандиозное событие в городе. Таких событий вообще не было в городе Хабаровске. Сегодня здесь нам позволила администрация здесь провести прекрасное шоу, шоу Петрушкиной Марии. Здесь мы с вами погружаемся в атмосферу высокой моды, которую я так усердно пытаюсь привить Дальнему Востоку. Это показ моей коллекции, назвала его «Новая империя». Российской империи. Я хотела показать этим самым то, что это наследие может быть ультрасовременным, но при этом исконно русским. Все сидят, все ждут, то есть все такие заинтересованы, всем интересно. Шикарное мероприятие. Мне кажется, здесь сегодня был эпицентр самых модных людей нашего города. Соединение прошлого и будущего, воссоздание новой русской культуры. Это потрясающее мероприятие. Я очень рада, что возобновились в Хабаровске такие проекты. Вещи я бы даже хотела померить. Много есть моделей, которые в принципе приглядываешь, смотришь. Ну, как бы, мы же девочки-девочки, поэтому проецируем на себя всегда. Ну, есть то, что цепляет. Все непременно огромное спасибо. Это моей маме, все мои партнеры, которые принимали участие в моем проекте. Это прям потрясающие компании, ребята, которые были рады коммуникации, которые мне дарили положительные эмоции. А вступать будет в ночном клубе, в новом ночном клубе «Дозари». Every Trump.